bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Это тебе. Главный инструмент в нашем деле. Коммуникатор. Давай, включай. Он классный. Кажется, что у нас тут не очень строго с безопасностью. Просто коммуникатор — это универсальный ключ. Видишь мигающий сигнал? Есть контакт с лифтом. Только после вас. Нам в студию проекта образец 17. Второй этаж. Ну что? Вперед! О, это наш босс Оливье Гарно. Я вас познакомлю. Бонжур. Салют, Мелани. Ça va bien? Спасибо. Это наш новый сотрудник, первый день. Здорово. Бонжур. Какой проект? Образец 17. Род Кенуэ. Хейтен, Коннор. Эдвард, пират. Очень интересно. Добро пожаловать. Мелани, можно поговорить у тебя? Да, только устроить человека. Минут 5. C'est bon. Рад знакомству. Итак, этаж проекта образец 17. Исследуем память одного очень ценного донора. Дезмонда Майлза. Берем самое интересное из его ДНК. И я очень надеюсь, когда-нибудь все это выльется в невероятную историю. Этот недотепа Джон, наш чудо-айтишник, чинит кое-что для тебя. Я не чиню, я отладчик. Отладчик, да. А вот и он, твой персональный рабочий анимус. Прошу, садись, расслабься и найди что-нибудь интересное.
Если нужны подсказки, в аниму загружены обучающие программы. Разберешься. А я зайду позже. На абордаж. Главное, чтобы всем было удобно. Тут люди могут работать и посол огромную нагрузку. Ну, мы бы очень хотели, чтобы каждый чувствовал себя уверенно на своем рабочем месте. Я не могу работать в таких условиях. Не подошло. И если каждый будет чувствовать себя в офисе как дома, то все будут счастливы. Не нужно здесь свободно пройти. Слишком много работы. У нас все устроено так. Главное, чтобы всем было удобно. Как люди могут работать при такой огромной нагрузке? Ну, мы бы очень хотели, чтобы каждый чувствовал себя уверенно на своем рабочем месте. Я не могу работать в таких условиях. Не подошло. Пожалуй. Добро пожаловать в Анимус Омега.
Инструмент Abstergo Entertainment для исследований памяти предков. Если возникнут вопросы по работе в консоли Анимуса, пожалуйста, свяжитесь с руководителем вашего проекта, Мелани Лемей. Вы стали участником проекта образец 17. Ваш объект – Эдвард Джеймс Кенвей. Дата рождения – 10 марта 1693 года. Суонси, Уэльс. Отладка окончена. Показатели в норме. Системы работают. Экстра-нейротрансмиттеры включены. Уже бывал. Неизгладимые впечатления. Знакомые лица? Нет, нет, хочу казаться дружелюбным. Не дай бог снова примут за пирата. Верно. Преступникам вроде вас нужно быть начеку. Совсем недавно Англия с Испанией вели войну. А теперь я торгую с испанцами, как с братьями. Что-то не так? Нет, пустяки, камень в сапоге. А где тут лучшие койки? Я бы сейчас вздремнул. Скажем, пару часов. Я тут собираюсь в один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же! Надеюсь, вы дождетесь конца моей встречи. Столь внушительный человек рядом был бы большим... На случай недопониманий. Ладно, подожду. Выпью чего-нибудь. Отлично, выпейте. Но пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько ж надо было награбить, чтобы угодить сюда? Леди. Вы близко знаете Тита? Нет. За близкое знакомство они берут деньги. Несколько десятков реалов в час. Интересует? Нет. Что вы, право. Я ведь женат. Потому и предлагаю. Вот. Здесь можно приобрести личное оружие. Мне тоже нужен клинок, Дункан. Такой, как ваш. Эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продают. Может, и мне купить клинок? Будем воевать вместе? О, хорошая парочка. Братья-близнецы. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. Этот мне в самый раз. А у вас как? Мне хватило лишь на маленький ножичек. Но и он сгодится. О, черт возьми. Похоже, мы заблудились, Дункан. Ничего, что-нибудь придумаем. А что мы ищем? Ну, таверну с внутренним двором.